Всем здравствуйте! Сегодня мы играем в Барвиху РП. Это такой ролеплей проект на андроиды или всякие iOS. Короче, на телефоны, планшеты. Также ее можно скачать на эмулятор, но понятно, само собой. Сейчас мы быстренько сходим покушать. У меня сейчас на руках 71 тысяча. Я вот за кадром сбегал, там походил, поел. Подзаработал чутка. Всё. Так, теперь бежим за мотоциклом. Арендовать. И газуем. Едем мы куда? Правильно, на автостоянку таксистов. Кому интересно, я играю на западном сервере. Вот. Тут мне очень нравится. Тут, короче, всякие вот за один рейс автобуса 12 тысяч дают. Это много, как по мне. Хотя я чуть-чуть меньше сделаю. Так. Тут в новом обновлении добавили скины. Добавили поворотники. Вот, видите, я сейчас направо включил. Видите? А сейчас выключу. Оп. И нету. Также добавили аварийку. Вот сейчас покажу. Я врезался. Ну, конечно, мопедом не буду тут управлять. Вот. Также тут сейчас хэллоуинское обновление, которым добавили скин из игры в кальмара. Это вот мне очень понравилось. Так, мы проехали, по-моему, да. Мы проехали. Вот, он очень красивый, как по мне. Ага, тут ни одной машины, значит, едем на другое место. Сейчас посмотрим. Пишем. Микрофон закрыл. Работаем. И теперь ищем... Таксопарк. Тут звук не записался, но, короче, я выбрал автобусную остановку в итоге. Поедем устраивать. Я, походу, опять закрыл микрофон. Простите за звук, пожалуйста. Так. Едем. Можно чуть-чуть ускориться, если вот так нагнуться. Так, что-то не туда свернул. Прям на дороге развернулись. Вообще. Вообще прям. Вообще. Реклама тут всякая. Короче, как реальная жизнь. Я уже 6 голода потерял. Тут не убирал, но тут вот так. И сейчас круговое движение. Вот так направо. Фух! И все. Теперь едем. Ё-моё, что это было? Сократим. Тут быстренько, чтобы было. Теперь выходим, пишем. Стоп. Рент. Да. Все, наш мотоцикл пропал. Без него, ну, без него мы сможем устроиться на работу, а с ним не сможем. Короче, там пишет это. Отмените заказ какого-то транспорта. И кто хочет, сам проверять. Так, давайте механиком или автобусником. Сейчас для начала посмотрим мой уровень. Статистика. Уровень третий только. Вниз можно? Так, оп. Трудоустройство. Я хочу устроиться на работу. Все, теперь едем на автобусную стояночку. Перепрыг. Бежим. Компьютеры всякие стоят.
Ну, это административное что-то там. Понятно, что тут стоит что-то. Интересно, машина открыта? Машина? Не, закрыта, открыта. Все, неудачно. 100 баксов. 100 рублей потратили, офигеть. Что, едем за этим? На автобусную остановку. Она тут недалеко, поэтому нам ехать чуть-чуть. Когда приеду, наверное, скажу вам. Вот мы приехали на автобусную станцию. Что-то это СТО какой-то. Ну вот, водитель автобуса. Так, взять, давайте возьмем масло или пас. И вообще пойду куда-то взять. И куда берем? Окружный. Найдите цену билета. Я сегодня добрый, поэтому я это возьму 30 рублей. Все, едем. Так, первая метка наша где? Ага, там. Значит, едем туда. Пока!